я все равно не понимаю, как оно все в зоне устроено. Начальство умное, все разобраться пытается. А мое дело маленькое, с автоматом по болотам бегать. Жизнь нынче неспокойная стала. Никогда не знаешь, какой сюрприз за кустом поджидает. Да и удовольствие от работы не то уже. Не то. Вот такое, знает кто? Заползает пьяный сталкер в бар на карачках, поворачивает к стене и начинает ползти вверх. Перелазит на потолок, потом по другой стене сползает к стойке. Заказывает бутылку водки, выпивает, достает из рюкзака артефакт, закусывает. После этого разворачивается и выползает из бара. Один сталкер обалдел, ну и говорит другому: «Ты видал?» А тот ему: «А, закусил, падла!» Не те уже времена. Раньше порядочный сталкер артефактом занюхивал. Класс! Ну? Поехали. Я со своей пушкой никогда не расстанусь. Днем пускай. Все, завязывай. Может, кому-то такой вид заработка подходит, а как по мне, так в самый раз. Тут, понимаешь, не просто хабар таскать. Это, что ни говори, не
чертила вообще. Да тут, бля, тема такая есть. Торговля типа йог. Там, бля, купить не у кого, тут продать некому. Ложков все меньше. Бабу бы! Приголубил бы любую. Анекдот. Типа идет что, где, когда. Ведущий такой: а ща вопрос будет задавать реальный пацан Вован. Уважаемые знатоки, 2 месяца назад мой дружбан Колян занял у меня 5 косарей и не отдал. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря и не отдал. Неделю назад он занял всего 1/2, но тоже не отдал. Короче, мля, вопрос. Кто лежит в черном ящике? Ну ты дал, чертила вообще.